Здравствуйте! В эфире специальный выпуск программы «Республика» о главных новостях Чувашии прямо сейчас. На 11 часов утра в Чувашии 8 подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Сомнительные результаты тестов выявлены у 2 человек. Первая – это сотрудница Чебоксарской больницы. Из-за этого вчера в Чебоксарах полностью закрыты 1-я и 2-я поликлиники городского клинического центра. Не выезжал за территорию республики, не контактировал с явными лицами, болеющими или страдающими, как говорится, коронавирусной инфекцией. То есть явных контактов не выявлено. Но она перемещалась по 2 этим поликлиникам, насколько я понимаю, да? И первой, и второй, и западной. Нет. Она, то есть, перемещалась и была в пределах своей поликлиники, своего рабочего места. И домой, соответственно. Почему вы закрыли обе поликлиники? Потому что супруг сотрудника работает в другом учреждении. Поэтому предположение, чтобы исключить контакт, соответственно, и второе учреждение было тоже помещено, как говорится, в период обследования и временной изоляции. Сомнительные тесты и у пациентки Урмашской больницы. Там закрылся один корпус ЦРБ. В обсерватории сейчас находится 46 человек, в том числе 20 сотрудников больницы. Это первые контакты, зараженные коронавирусом. Они находятся в здании, не связанном с основным корпусом. Еще 12 медиков на самоизоляции дома. Все они сдали тесты на COVID-19. Специалисты других отделений продолжают свою работу в штатном режиме. Поликлиники закрыли с профилактической целью, чтобы убедиться. И как будут только отрицательные анализы, результаты анализов обследованных пациентов и непосредственно сотрудников учреждения, мы возобновим работу учреждения в плановом режиме. По оперативным данным Минздрава, в Чувашии 704 человека находятся под наблюдением. Из них 607 в домашних условиях, 55 человек госпитализированы. 42 человека находятся в обсерваторе. Временно исполняющий обязанности главы Чувашии держит на личном контроле ситуацию с коронавирусом в республике. Сегодня Олег Николаев проверил готовность акушерских отделений к приему инфицированных пациенток. С места событий передает мой коллега Дмитрий Ковалев. Да, Ольга, здравствуй. В акушерском отделении номер 3 городской клинической больницы готовы к любому развитию ситуации. Здесь уже действуют жесткие карантинные меры. И сегодня Олегу Николаеву показали, какую именно помощь будут оказывать роженицам с признаками на коронавирусную инфекцию. Мы изолируем в кювезы, в туалете, и здесь женщина у нас находится при необходимости. То есть здесь у нас все перекрывается. Если у женщины выявлено, то мы перекрываем эту дверь, перекрываем это. Здесь при необходимости мы можем оттуда выйти, а если пациентки коронавирус, то есть мама у нас остается здесь и будет изолированный поток. Подводкислого дана везде есть, поэтому почему из этих тоже соображений это здание было выбрано непосредственно в учреждении? То есть у нас на сегодняшний день есть и кислородная рампа, у нас там 40 баллонов, и есть кислородный газификатор, который заправляется жидким кислородом. У нас там хватает при нормальной нашей мощности на 3-4 недели кислорода. То есть у нас на сегодняшний день здесь кислородоснабжение 2 источниками уже организовано. По данным Министерства здравоохранения России, в республике должно быть развернуто 609 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Койки первой необходимости уже развернули на базе существующих инфекционных стационаров. 50 в БСМП, столько же в Новочебоксарской городской больнице и 100 коек в городской и детской больнице номер 2 на улице Гладкова. В случае необходимости дополнительные места появятся в Республиканском госпитале для ветеранов войн и акушерском отделении больницы номер 3. Мы видим, что инфекция, к сожалению, набирает обороты, но, с другой стороны, эти обороты, они были нами прогнозируемы. Мы ожидали примерно такого развития событий и очень надеемся, что и в дальнейшем наши прогнозы оправдаются. И в связи с этим у нас есть утвержденный план развертывания коек. И эти койки имеют различное назначение. Сегодня мы проинспектировали готовность коек для беременных женщин и рожениц. И степень готовности, как мы с вами увидели, высокая. И это говорит о том, что в случае, если вдруг произойдет, что беременная женщина почувствует недомогание, здесь, в этом отделении, специалисты готовы оказать этой роженице всяческую необходимую помощь.
жесткие карантинные меры будут приняты во всех медицинских учреждениях республики. Вот что прокомментировал временно исполняющий обязанности главы региона. К сожалению, есть на сегодняшний день два случая, когда медицинские работники имеют сомнительные результаты. Но это связано не с тем, что эти больницы осуществляли, скажем так, с нарушением мер защиты. Просто те больные, которые, скажем так, не выполнили все те необходимые регламентные нормы, допустили, что возникла опасность, что и медицинские работники могли заразиться. Поэтому мы со своей стороны приняли превентивные меры. И, значит, пока карантинизировали как медучреждения, так и всех работников этих медицинских учреждений, с тем, чтобы наверняка понять для себя и исключить возможность зараженных вот на этих территориях. Поэтому, очевидно, исходя из этого, мы сейчас предпринимаем более жесткие меры, чтобы люди соблюдали все те необходимые мероприятия. Это как в части, значит, соблюдения этих мер со стороны медицинских работников, так и со стороны тех людей, которые прежде всего находятся под медицинским наблюдением. Ну и также отметил Олег Николаев, в республике предпринимаются все меры, чтобы жители региона смогли без проблем сдать необходимые тесты на выявление коронавирусной инфекции. Ольга. Спасибо, Дмитрий. Мы продолжаем выпуск. В Батыревском районе пока нет официальных случаев коронавирусной инфекции. 16 человек сейчас находятся на самоизоляции, 131 сняты с карантина. Подробнее о принятых мерах рассказал глава администрации Рудольф Селиванов. На территории нашего муниципального образования мы создали свои постановления, организовали штаб, в составе которого представители Роспотребнадзора, центральной больницы, работники районного отдела внутренних дел и главы всех 19 сельских поселений. На 6 апреля 2020 года прибыло всего из-за границы 140 человек на территории Батыревского района. Из них 110 граждан – это туристы, 30 – это иностранцы, которые проживают. Всего прибыли из других субъектов Российской Федерации на территории нашего района, как бы трудовые иммигранты, 719 человек, до каждого совместно с вечерами, с главами сельских поселений мы дошли до них и вручили подписание, что они должны и как они соблюсти и какие требования. Сухая весна, безснежье. Ранее начало полевых работ увеличили в этом году печальную статистику чрезвычайных происшествий. Пожаров и возгораний стало намного больше. К сожалению, в последнее время все эти данные, сведения по палу сухой травы и мусора идут у нас как сводки фронтовые. Только за неделю 53 случая. За субботу и воскресенье 42. Из них 42 пожара, из них 35 только по этой причине. Огонь распространяется настолько быстро, что порой переходил на ближайшее строение. Но самое страшное, в этом году у нас уже 8 пожаров с последствиями. То есть, когда пал сухой травы переходит на строение. В Урнарский район 6 пожаров только по этой причине из 8. Это 2 хозяйства домовладения надворной постройки, в одном бане и 3 пожара бесхозное строение. Плюс Красночитайский район, жилой дом сгорел, и город Чебоксары, 3 дачных дома. Нанесен большой материальный ущерб, есть жертвы. Уже в который раз пожарная служба напоминает. Напоминаю жителям, будьте осторожны и внимательны. Александр Соловьев, Андрей Спиридонов, Республика. Это главные новости к этому часу. Следующий специальный выпуск программы «Республика» в 14:00. До встречи!